нет. Да, это я, которая дает обещания, но их не сдерживает. Да, я обещала заниматься видео, но почему-то я им не занимаюсь. И знаете, у меня на это даже есть отговорка, причем даже правдивая и реалистичная. Все вы прекрасно помните, когда у нас полетел микрофон, и до сих пор этого микрофона нет. Я думала, что дело в микрофоне, что мы купили, там плохие датчики, и, как обычно, все это идет через одно место, но оказалось дело в камере. Потом у меня полетела флешка, я думала, что уже дело в камере, но оказалось дело во флешке. В общем, это замкнутый круг, и забудем про него. Несколько дней у меня вообще не было доступа к камере, потому что флешка просто крякнула, деньги еще не пришли, и мы сидели, и я не знала, чем себя занять все это время. И занималась я всякой фигней. Камера, я снова могу разговаривать с вами, снова могу с вами общаться. И, кстати, кто еще не знает, общаться с вами мы можем не только посредством YouTube, но также и в группе ВКонтакте. Так что переходите по этой ссылке, просто кликайте, она откроется в новом окне, и мы обязательно с вами спишемся позже и пообщаемся. Я уж человек, который точно любит пообщаться. Но пришло время рассказать последние новости, что с нами произошло за все это время. Мы наконец-то поменяли байк. У нас был Honda Click, и сейчас у нас стал Honda PCX. Разница очень большая, на Honda Click мы когда ездили, этот байк очень сильно гудел. Я вообще боялась, там тремя слоями пота обливалась, пока мы доезжали до любой точки. Моя пятая точка превращалась в что-то деревянное. Пока едешь минут 10 на нем, наезжая на кочки, твоя попа отбивается напрочь. А на Honda PCX это все намного мягче, это не так страшно. Мне так это то же самое, что пересесть с Жигулей на Прадик. Наверное, как-то так. В это время я мониторила комментарии. С одной стороны, очень классно, что даже мы, не выставляя видео, вы все равно комментируете и пытаетесь с нами связаться, пообщаться, написать свое мнение. Это очень круто. И если ты такой, то обязательно ставь лайк. Но также на нашем канале появилось много хейтеров. Один написал, что у меня крокодилье лицо. Кто-то писал, что мы нищеброды, кто-то написал, что мы неудачники, кто-то писал вообще не по теме. К счастью, нам абсолютно все равно, что вы пишете. Хотите похейтить? Пожалуйста, целая платформа, хейтите, мне не жалко. И есть некоторые личности, которые ставят на каждом нашем видео дизлайки, я даже догадываюсь, кто это. Да, я тебя раскусила. Мы уже готовим выпуск про продление виз, мы недавно продлевались. И как раз сейчас я хочу в конце видео сделать небольшой опрос. Вот здесь сверху выскочит буковка I, кликните на нее, пожалуйста, там будет вопрос и варианты ответов. Мне хочется узнать, какое бы следующее видео вы хотели бы посмотреть. Зачем переходить в группу ВКонтакте, когда можно это сделать прямо на YouTube? Ну и, конечно же, спасибо, что вы остаетесь с нами, что вы подписываетесь, несмотря на то, что у нас очень мало видео стало в последнее время, что вы нас поддерживаете и общаетесь с нами. И раз уж вы посмотрели это видео, то почему бы не поставить лайк? Я вам расскажу небольшой секрет. Лайки ставятся для того, чтобы это видео увидело еще больше людей. Так почему бы вам не поставить этот лайк? Для вас это несложно, это один клик. Давайте все, кто посмотрел это видео, поставят лайк. Хейтеры! Пусть ставят дизлайки. Это на их совести останется. Всем до новых встреч! Пока-пока, еще увидимся!